Значит, друзья, у нас тут гости. Гости не пришли с пустыми руками. Открывайте коробочку, пусть все посмотрят. Это шампанское, что ли? Типа шампанского. Так, это педагог. Вот они тут обнимаются. Это педагог. Педагог, что можем сказать? Что можем сказать про этих вот двоих? А, смарт. Смарт. Хорошо. Они были на практике в компании. В какой? Мы были на практике в компании, называется Anchor Free. У них главный продукт — это HubSpot Shield Free VPN. Номер один в мире по загрузкам. Хорошо. То есть они вообще где-то питерские они какие-то, да, или что? Да, Давид Городянский, он с Питера сам. Нет, я не в том смысле. Я имею в виду, что у них в Питере есть какой-то аутсорсинг. Да у них везде есть, по всему миру. Так, хорошо. И вы там, значит, ну давайте так культурненько. Это что за тортик-то? Это чизкейк шоколадный. Нью-Йорк фэнтези называется. Да вы что? Фэнтези. Чизкейк. Чизкейк это... Еще здесь придется. Это, друзья, с творожком. Она получила фулл-тайм офер. А вы что тоже получили? Мы получили фулл-тайм офер, все трое. Мальчики! То есть было три практиканта. А это секретно, что такое фулл-тайм офер? Ой. Фулл-тайм офер это... Да. Когда тебе берут на работу и дают все бенефиты и зарплату. А как? Нет, я спрашиваю, сколько дают? Это секретно или так? Или порядок, там, примерно? Ну, я могу сказать, что... Тебе это удовлетворило? 70 тысяч. Удовлетворило? Все трое 70 тысяч. Это неплохо. А чем вы раньше занимались? Но не на троих 70, а каждому? Ну, каждому на троих, 70 тысяч. Так, подождите, ну... А остаток и чем вы раньше занимались? Ну, до школы портного я был... Я сам айтишник, я просто... Траблшутинг и суппорт делал, компьютер фиксинг, можно сказать. Решил пойти в школу портного, потому что хотел просто научиться чему-то новому, востребованному. Подождите, востребованному. А что вы получали, траблшутинг ваш? Траблшутинг, можно сказать, в среднем $15 в час. Ну, это неплохо, смотрите. То есть вы получали $15, как, допустим, у вас зарплата была, как у нашего студента, практикантская, там, интерншиповское пособие. Хорошо. Вам там бесплатную жвачку выдают, что ли, там, в компании? Нет, у нас там бесплатно еду и много чего другого дают. А жвачку приходится покупать? Да. Так. Давайте мы на вас. Вы откуда такой кучерявый? Вы сам довольны? С Болгарии. Well, I'm gonna speak in English, because okay. My Russian is not that... But you understand me? Yes, yes. Okay. So, what was your question? Where are you from? Bulgaria. Okay. Originally. So... When did you come here? I came here in California in 2013. Uh-huh. I came here to study, but nothing related to IT. Okay. But what did you do back home? Well, I'm coming from a legal background. Uh-huh. I have some business degree as well, uh-huh. But nothing specifically to IT, okay. To software. What kind of job did you do before coming to us? I was in the management for about 7 years. Management of what? Of service, basically. What kind of service? Managing swimming pools and aquatic facilities. So money-wise, are you enjoying that job offer or? This is incredible, with, especially with the plus the medical benefits. Mm-hmm. This is, I must say, just great opportunity. Okay, thank you very much. Да, друзья, у нас тут есть Анна, которая просто присутствует за столом, но она уже сопереживает и чувствует, что это тоже... Я уже рада. Да. И у нас тут еще одна девушка есть, она, так сказать, из Индии, но она не хочет показываться, стесняется. У них, если в Индии кто узнает, могут камнями побить. Но это я от себя, может быть. Вот, она тоже очень рада. Are you happy? Say, are you happy? I am happy. Are you happy? Okay. Which part of India are you from? South. South, like Bangalore? No, it's Chennai. Chennai. Okay. Okay. Do you have any nostalgia?
here, even you're in America? Are you missing India? I do, but I don't visit often too. So yeah, it's enough to visit once in a while. I'm happy here. Good, good. Что ж, друзья, давайте совместим красоту. Так, у нас тут три красоты в одном кадре. Значит, вот у нас Анна, тортик и шампанское. На этом мы с вами прощаемся.